Всем огромный привет в новом году. Сходил, напилил дровишек, сейчас наколем. Также уже видели стекло. Сходил в садах, взял. Хочу сделать в дверях окошечко. Хотел это сперва, когда строил, еще сделать окошко здесь, но так как я сюда засыпал очень большой слой листьев здесь, я не знаю, метров, сантиметров 30, наверное, такой слой листьев там. Это окошко не получается сделать. Поэтому сделаем в двери. Также постряпаем, хочу попробовать постряпать хлеб в печке. Сейчас печка протопится, тесто уже готово. Попробуем испекем хлебушек свой. Интересно будет попробовать самому. Так что сейчас колем дрова и ставим окошечко. Пробуем. Приобрел я еще один такой вот топор. Сейчас покажу поближе. Вот такой вот топорик еще приобрел. На Валберсе. Ну, за 2500. Не знаю, насколько хватит. Это для... Хочу скульптурки вырубать из дерева. Ну, по характеристикам, конечно, написано, что хороший, но не знаю, насколько. Проверим. Тот маленький у меня будет как для плотнических работ, ну, небольших. Вот здесь в землянке что-нибудь порубить. А этот для уличных, больших каких-то работ. Ну и дрова можно порубить. Еще в планах другие топоры купить. Вообще люблю топорный инструмент. Надо будет еще для будущих проектов топор с длинной ручкой. Ну, потом все сами увидите. Надо еще ловушку сходить проверить.
Все уже не работает. Батарейки сели. Ну посмотрим, если потом вставлю флешку, посмотрю в телефон. Если что-то попалось, то увидите сейчас кадры эти. Ловушка сфотографировала чей-то зад, неизвестно чей. А также метров 5 проходила косуля, но ее не видно, так как ловушка слабая. Все, забираю, на зарядку ее ставлю. Ну, будет зарядить. Вот еще минус дешевой фотоловушки, что и батарея быстро садятся. В морозе, на морозах, сегодня минус 25, на морозах тоже плохо работает. И нельзя открыть, просто посмотреть, была сработка или не была. Ну, дорогие они, там 7-10 тысяч, такие цены кусаются как бы. Вот это летом вот она хорошо бы работала. И батарея меньше быстрее, ой, дальше бы держалась. Ладно, забираю. Если никто не попался, то переставлю в другое место. Вот здесь фотоловушка висела на этом дереве. Так-то, в принципе, вот здесь идет след. Не так, не, ну, не сильно старый, новенький. Может, дня 2-3 назад проходил кто-то. Не знаю, работала фотоловушка в это время или уже все. Видно будет. Можно хлебушек уже ставить. Когда-нибудь стряпали хлеб на лопате? Сам никогда так не делал. Но чем не противень, да? Это масло. Лопата чистая, новая. Просто она лежала немножко вон это. Ничего, раньше вообще в русских печах и без всего стряпали на углях.
попробуем. Ну все, ставим наш калачик, посмотрим, что получится из печи у нас в земле, в печке землянки на лопате. Вот такое вот получилось окошечко. Все щели в следующий раз я пропеню. Возьму баллон пены. И все эти щели запеню. Будет тепло. Нигде не будет поддувать. Возюкаться с этой мхом этим. Сейчас его вообще не найдешь зимой. Раму тоже, эту рамку не стал делать. Смысла особого нету, если все равно запенивать. Так что так вот нормально. Она оттает. И можно будет смотреть в окошечко. И светлей, и веселей, как говорится. Нормально. Давно хотел окошечко, но что-то не доходило, что можно здесь вот двери сделать. Тут все запеним, можно будет потом еще реечки пустить, окантовочку. Ну что, поработали, можно и покушать. Посмотрим, вроде испекся хлеб там что-то, уже нормально. А, горячий. Немножко подгорел с этой стороны, передержал, поздно перевернул и на донышке подгорел немножко. Ну ладно, что, не обязательно же есть это горелое, главное, что внутри пропекся бы. Из калача, конечно, получился буханка получилась. Сейчас разрежем, посмотрим. Не разрежем, сломаем. Говорят, хлеб не любит, когда его режут. Вот тебе такой вот противень.
Также у нас курочка с овощами. Погрелась. Сырой, сырой. Ё-моё. Что делать? Залепить и обратно? Может, запекется? Печка-то, наверное, уже остыла. Толстовато сделал, наверное. Ну вот она на сантиметров 3 прожарилась, 2-3 сантиметра. А дальше сыровато. Сейчас поставлю еще раз. А мы пока поедим курочки с овощами. Не знаю, дожарится, нет, там что-то жару-то уже не особо. Всем приятного аппетита. Постоял еще немножко, но все равно в серединке не допекся. По краям испекся, попробуем, и получилось. Ну, нормально. Жалко, что серединки не пропеклась. Ладно, на будущее будем знать. Подольше подержать надо. И потоньше делать. Это толстая. Из-за этого, наверное, не пропеклась. Ну а так в целом нормально. Хрустящая такая. Ну ладно, будем прощаться, до скорых встреч, планов много, смотрите в следующих видео, будем доделывать окошко, еще есть планы там, короче, будет интересно. Всем пока. Вот так вот оставлю, раз такой маломальский хлеб получился. На приманку его оставлю. Потом еще соль у меня есть. Соль тут тоже буду оставлять. Чтобы ловушку можно было ставить. Они привыкнут, что здесь что-то покушать есть. И будут приходить. В следующий раз посмотрим, съели нет.